Виктор Редькин вместе с супругой направляются в клуб «Пограничник». Такова традиция. В конце мая защитники границы всегда собираются вместе. Какие гости, Виктор Васильевич. Рад видеть нас, вас вместе с женой у нас в клубе. Проходите. Спасибо. И хотя уже давно на гражданке, зеленым фуражкам есть о чем поговорить и что вспомнить. С разницей в 10 лет Александр Демидов и Виктор Редькин служили срочную на одной и той же заставе на Дальнем Востоке. И на всю жизнь сохранили верность погранвойскам. Ну, погранвойска – это жизнь. Вся моя молодость, вся моя жизнь. Руководитель поискового отряда показывает новые экспонаты музея. Те, что недавно привезли с вахты памяти. Это винтовка? Да, винтовка Мосина. Мосина, да. Это такая маленькая? Ну, это только ствол. Виктор Васильевич вспоминает, как тоже ездил в поисковую экспедицию. Такое не забудешь. Когда во время раскопок уже непосредственно поднимали бойцов, вот тут уже начинало немножко сердечко, так сказать, трястись, волноваться. Виктор Редькин учился в Алматинском высшем пограничном командном училище. Окончил в 1973 году. И началась уже офицерская служба на разных границах Советского Союза. На иранской границе, ну вот на китайской границе срочная служба. Потом был во Львовской, со Львовской через весь Советский Союз на Камчатку проехал. Ну и на Камчатке закончили на Тихом океане свой поход. Подполковник запаса уверяет, что боевых подвигов не совершал. Нарушителей границы задерживал в составе нарядов. Обычная работа, ничего особенного. Но, похоже, скромничает. Медаль за боевые заслуги просто так не дают. Когда выходишь на границу вдвоем, то надеешься на своего товарища. А у каждого у нас были и гранаты, и боеприпасы, патроны с собой. Поэтому мы доверяли друг другу полностью. И как таковой, вот много говорилось и о дедовщине, и у нас на заставах такого я не встречал. 25 лет по заставам. И всегда рядом любимая жена Нина. Их сын родился на западной границе. И недаром говорят, что офицерские жены служат наравне с мужьями. Ребенок только родился, я приехала домой, а его забрали на учебный пункт. 7 месяцев у нее было его. Рубила дрова. Таскала на себе уголь, воду из колодца набирала. Ничего этого делать не умела, потому что жила в городе большом, в Алма-Ате. Всему научилась. Трудно было. Однажды Нине Александровне даже пришлось принимать роды. Хорошо, что уроженицы – это был третий ребенок. В общем, она руководила, а я все делала. И пуповину отрезала, и ребенка мыла, и пеленала. Они вместе уже 47 лет. Виктор Васильевич говорит, что вся его служба состоялась благодаря супруге. Сын вырос, пошел по стопам отца. И теперь в семье Редькиных два подполковника погранвойск. Карина Кирогасьян, Владимир Махмутов, Интера ТВ.